Молдова закрыла воздушное пространство. Авиаперевозчики приостановили рейсы пока ориентировочно до 4 марта. В Молдове сообщили, рейсы в Кишинев будут перенаправлять в аэропорт в Ясах. Там сегодня уже приземлился, к примеру, борт из Милана. На паузе и рейсы Аэрофлота в Кишинев из Санкт-Петербурга и Москвы. Пока тоже до 4 марта. Из-за ситуации на Украине только аэропорты российской столицы отменили около 60 рейсов. Всего же в России работу приостановили 13 аэропортов.